Привет, друзья! В прошлый раз я вам пообещал показать, как сделать металлолом и как из металлолома сделать проволоку, а также как получить веревку в таком количестве, в котором вам нужно. Что ж, для того, чтобы сделать металлолом, как я говорил в прошлой серии, нам нужны камни, а именно булыжники. Из булыжников мы крафтим камни. Итак, вот наши булыжники. Из булыжников мы крафтим камни. Теперь из камней и огня мы крафтим металлолом. Итак, в меню крафта мы добавляем металлолом, а в качестве инструмента огонь. Мы получаем металл. Итак, у нас есть пила. Теперь с помощью пилы металлолома и пилы. Эй, берись. Пилы в качестве инструмента мы делаем проволоку в таком количестве, в котором она вам нужна. И с помощью той же самой пилы из обычной самой ткани можно получить веревку в том же количестве, в котором вам нужно. Итак, на этом все. В следующий раз я расскажу вам, как из подручных средств сделать медицинские препараты и как очистить воду. До скорых встреч!